Ну, всем привет, ребята, всех снова приветствую на моем канале Никиши Тракинг. И с вами я, Николай. Спасибо всем, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем спасибо. Продолжайте так же. Ну, а мы сегодня опять, и опять снова в рейс, и опять в дорогу. Сегодня выезжаем мы очень рано, на улице всего лишь 3 часа вечера, то есть 3 часа дня. Выезжаем мы на Хайо и поедем, а вы следите, будет интересно. Сейчас едем на весы, взвешиваемся, если все в порядке, все хорошо, то отчаливаем. Так, ну что, взял я тикет. Взвесился у меня 12 820, 33 680 и 32 560, тотал 79 60. Все легально, все прекрасно, так что сейчас делаем pre-trip inspection и выдвигаемся. Едем, и впереди у нас 2 330 миль, надо проехать до пятницы. Все, вперед. Ну что, выехали поработать. И все выехали поработать. У нас по 15-му фривею трафик, как всегда, на выезд. Теперь аж до самого Викторвилла будет такой трафик. Ну вот, что-то случилось у нас по 15-му фривею. Резко так все встали. Прямо сзади меня вот этот вот трак, Bobtail, так резко уходил в левую полосу на тормозах. Прямо я уже хотел перепугаться, думал, сейчас меня он чуть-чуть ударит. Но обошлось все. Все, поехали. Что-то горело, пожарники размотали свои эти шланги, может, трава горела. Ну, а мы продолжаем движение. Ну что, ребята, все, я уже доехал до Нью-Мексико. Это 79-й экзит Нью-Мексико. Что-то у нас Петра. Петра, да, трактор Петра остановился, проехал 670 миль. Ну и пошел я спать. Хотел доехать до 108-го экзита, но время потерял в трафике, когда я выезжал с Калифорнии, то пришлось только до сюда доехать. Так что я пошел спать. Мне спокойной ночи. Но я закрываю шторку, и мы увидимся утром. Ну что, доброе утро. И снова мы с вами. То есть я с вами. Все, ребятки, мы поспали, отдохнули. Очень все классно поспали. Ну а теперь надо умываться, зубы чистить и вперед с песней. Потому что сегодня нам предстоит очень-очень много ехать. Вчера ехал, думаю, мест не будет, заеду. Может, если мест не будет, дальше поеду. Но такое козырное место, прям с лету. Не, прямо ж с дороги вот так вот раз и все, и запарковался. Классно. Ну, а сейчас идем на трехстап умываться. Вот вчера на таком козырном месте запарковался. Сейчас проверим мы колеса, сделаем pre-trip inspection и поедем дальше. Все с колесами в порядке у нас. Почти как новые. Хорошо, что трейлера, они с подкачкой идут. То заметишь, когда они начнут спускать. Все в порядке. Нигде не течет. Нигде не капает. Ну все, ребятки, едем дальше. Ребята, остановился я в Амарилло, в Тексас, на 30 минут. Пока обедаю, наблюдаю такую картину.
Western Express компания обучает вождению парковаться. Уже сколько стою, наверное, минут 20 он заехать не может. Парнишка молодой за рулем. Вот, наставили фишек себе там, и вот учат его парковаться. Что? Нахожусь я уже в Индианаполисе, штат Индиана. И здесь у нас трафик. Я говорю, всегда вот сколько уже езжу, все время ночью его проезжал. Свободно. Ни одной машины не было. А сегодня попадаю, что я проезжаю 4:30 вечера. Здесь уже все домой собрались. Сейчас будем проезжать с левой стороны. Здесь у нас Лука стадион этот знаменитый. Он Индианаполис. Кто там кому сигналит? То все время я ездил по объездной по 465, то сейчас тоже там ремонт дороги идет, тоже большой трафик. То выбираем, как говорится, из двух зол получше. Ну, нам всего лишь здесь мост проехать и все, и потом, я думаю, там будет нормально. В этом году, как и зимой, не пахнет пока еще. Так, местами где-то выпадает снег, а так, в основном, сегодня сейчас на улице у нас 60 градусов по Фаренгейту. Небо чистое. Классно. В этом году зима не хочет приходить. Впереди у нас виднеется даунтаун с левой стороны Индианаполиса. Ну а мы продвигаемся еще. Вроде бы как живее, трафик пошел. Вон он впереди, стадион этот Лукас Ойл, большой, правда не видно, или видно на камеру. Ну, ребят, всем доброе утро. Уже утро у нас расцветает. На улице у нас 7 утра. Да, 7 утра у нас на улице. И едем мы на разгрузку. У меня сегодня работаю по локалу. Это в Охайо я сейчас нахожусь. Вчера приехал. Уже поздно приехал. И сегодня у меня две разгрузки. Еду сейчас я. Первая у меня разгрузка Кентон, Охайо. Это что-то у меня там 54 мили до разгрузки. А другая у меня разгрузка Independence, Охайо.
Так что едем, разгружаемся, делаем две разгрузки. Может, еще сегодня будет загрузка. И уже сегодня, наверное, выдвинемся мы на Калифорнию. Так что, ребятка, следите за движением. А здесь у нас плохие дороги. И будет интересно. Так, ну что, подъезжаем мы к первой разгрузке. Сейчас где-то у нас, я думаю, вот это вот здание. Это заезд откуда-то. In a tenth of a mile, your destination is on the left. Чего? Какой left? In a tenth of a mile, turn left onto 15th Street Southwest. Так, поехали по другому GPS-у, что-то не люблю я вот эти вот такие места, где непонятно, где у нас заезды, где разъезды, если честно. Так, это вот это, наверное. Сюда приехал. Сперва на весы меня загнали. А теперь я не знаю. Молчат. Куда ехать дальше? Ну, компания, вообще никого нету. Сказали на весы заехать. Заехал на весы. Куда дальше? Теперь с весов не туда надо заехать. Сейчас будем заезжать. Ну все, ребят, запарковался. Вот теперь разбираются. У меня два delivery. И, короче, на первом delivery у меня получается по белофлэдингу у меня 16 палетов. Но у меня их нету, 16 палетов. Я довожу всего лишь 4. Уже 12 палетов кто-то первый увез. Теперь они разбираются, почему так. Ну, будем ждать, когда они разберутся. Как всегда. Поедешь. Нет, чтобы с одним delivery съездить и все. Нет, они начинают ставить по несколько delivery в трейлер. И потом начинается вот эта вот проблемка. Начинают разбираться. Когда я полный груз, то даже если два груза в трейлере, если они как бы два паршала или два полных груза, но мало палетов, то нормально. Как бы один отвез, пошел, поехал другой. А здесь уже получается что? Получается, белофлэдинг уже подписан на 12 палетов. И мне еще, я вот довожу сейчас еще 4 палета. А белофлэдинг-то уже подписан. И они сейчас разбираются, как это. Я приехал на delivery, а белофлэдинг уже подписан. Так что ждем, когда разберутся. Так, ну что, ребятки, все, меня разгрузили. Всего лишь 4 палета выгрузили. Подписали Bill of Lading, все нормально. Всяких проблем. Теперь едем мы на второе delivery. Второе delivery у нас, сколько у нас туда? 53 мили ехать до второго delivery. Так что едем, а вы следите, будет интересно. Что, left? Да, что ли? Turn left, сюда что ли? And turn left. Я думаю, сюда. In a tenth of a mile, your destination is on the left.
Я думаю, сюда нам, да. Все, ребят, мы на втором, мы уже delivery, так, 75-75, да. Наша эта территория, где мы будем разгружаться. Так. Ну что, ребят, это, разгрузился я был, быстренько-быстренько. Потому что не знали сперва, куда меня разгружать. Мест не было, потом ждал. Сильно долго задержался на delivery и уже на пикапе. Приехал на пикап. Вот сейчас на дырку номер 6 буду парковаться. И здесь буду загружаться на Чино, Калифорния. So, вот такие вот дела, ребятки, сегодня. Трудимся, трудимся в поте лица. Зачем я пристегнулся, сам не понимаю. Сел и пристегнулся, чтобы парковаться. Ну а как, safety first. Быстро загрузили меня, я не успел даже пообедать, а. Раз, что-то пошевелили чуть трейлера и все. И говорят, все, езжай. Вот сейчас выезжаю отсюда. Места чуть-чуть маловато. Приходится за два раза. Сейчас закрываем двери и вперед на базу. Груз хороший. Низкий. Хорошо, так. Сколько у нас там палетов, я не помню. И не помню веса. Сейчас посмотрю. Сейчас закрываемся и вперед, ребятки. Сейчас делаем фотографию для диспетчеров. Всего. Все, ребят. Закрываемся и вперед. Пока ждем good to go. Это... Скажу вам про груз. Взял я 14 палетов. И вес у меня 23 663 паунда. Хороший груз. И не тяжелый. Так что можно еще что-то туда докинуть. И если еще такой взять, то вообще будет классно. Два груза и вперед на Калифорнию. И по весу подходит. И по палетам подходит. Так что... Классно будет. Ну, а мы ждем good to go. Все, дали мне good to go. Едем на warehouse. Так сказать, как у нас говорят, finally, все. Сегодня поработал на славу. Сколько у меня было? Два delivery, один пикап. Приехал на базу, драпнул трейлера. И все, сейчас у нас сколько время? У нас 4:47, и мы выезжаем на Калифорнию. Едем мы на Калифорнию, и едем мы сегодня, завтра и послезавтра, и понедельник там. А потом уже будем сразу выезжать. Не сразу. Отдохнем и будем выезжать. Все. Документы я уже сделал, все сделал. Сегодня очень много водителей выезжает на Калифорнию, так что будет соревнование. Шутка. Все, ребят, сейчас мы делаем сейчас pre-trip inspection, но я его уже сделал, уже прошелся вокруг машины. Все в порядке, все хорошо, и жду сейчас время, и поедем уже. И будем наслаждаться жизнью, а вы следите. Будет интересно. Первый пошел. То есть это уже второй пошел. Я сейчас третий. И вперед. Кто-то возвращается, кто-то уезжает. Но мы, конечно, будем уезжать. Все, ребят. Поднимаем якоря. И вперед. Эх, красавцы, а. Серенькие Вольвы, красивые, а.
все, едем. С Богом, ребята. По традиции мы посигналили два коротких, а не длинный, и вперед. Ну что, друзья мои хорошие, доброе утро всем. Ребят, я нахожусь в Нью-Мексико, я даже не хочу на улицу выходить, реально. Хоть и солнце светит, на улице у нас 36 градусов по Фаренгейту, ночью было 28, но ветрище. Ветер, конечно, хороший. Я говорю, проснулся от того, что трака так мотает, так шатает, вот и сейчас его шатает, шатает, шатает. Хороший ветер такой, сильный. Мы находимся в Нью-Мексико. И едем мы домой. А до дома у нас еще целых 700 миль. Так что мы сегодня где-то к вечеру уже доедем. И все. И пойдем на отдых. Получается, там с воскресенья на понедельник мы приедем. Вот. Так что это все нормально, все прекрасно. Холодно, и мы остановился я, кстати, на Ристерии. Вчера уже как бы оставался мне там полтора часа или два, не помню сколько времени оставалось ехать. Я думаю заехать поспать, но заезжаю я в этом, я был в Тексасе, заехал в Тексас, битком все, заехал в Нью-Мексико, в Нью-Мексико на всех тракстапах, куда не заезжал, битком все, ну, еду уже, думаю, ну, буду ехать, не оставалось там час еще ехать, думаю, ну, до этого, до Албукерок доеду, и там уже, как бы, где-то найду. Ну, решил заехать, по пути заехал на эту Ристерию, здесь оказалось одно место свободное. Так что я запарковался, правда, чуть-чуть ночью криво. В зеркало видно, как трейлер стоит криво. Ну, а так в целом все в порядке, все прекрасно. Вот сейчас мы оформляем букварь, делаем pre-trip inspection и вперед. И нам будет счастье, будет интересно. Поднимаем якоря. Включаем передачу и вперед. Едем. С Богом. Вон мужик не может выйти, дверь открывается. Надо открыть дверь. Все, едем и наслаждаемся жизнью. Вот такая у нас Нью-Мексико сегодня, ветряная. Ветреная, как правильно, ветряная или ветреная? Наверное, скорее всего, ветреная. Ветровая, во! Ну чё, говорят, Вольво нормальная, не шумит. Отсюда шумит, оттуда шумит и везде шумит. Аж подсвистывает. Я говорю, если бы они, может, зеркала бы сделали не на дверях, а на стойках, то, может, так не шумело, кто его знает. Но шумит конкретно. Ну все, ребята, флагстав, 40-й фривей, и мы встали. Вон, там, что там у нас? Что, construction, что ли? Ремонт дороги и закрытый, наверное. И у нас около 2 миль трафик. Ну ничего, едем, едем, ребята. Уже Флагстав. Еще Кидман, а потом и Калифорния. Также продвигаемся. И наслаждаемся жизнью. Снежок лежит уже по краям. Здесь 57 градусов по Фаренгейту.
Так, только вот какая линия закрыта, какую блокировать линию, чтобы не ехали. Сейчас будем смотреть. Ну что, все, друзья, я приехал. Уже отцепился, трейлер мой уже ждали, оказывается. Чтоб запарковался, сразу начали выгружать. Потому что там из всего трейлера два палета надо было забрать, и они стояли почти в самом начале трейлера. Весь трейлер выгружали, чтобы забрать эти два палета, чтобы водитель ехал на деливери. Деливери сегодня ночью. Так что все нормально, на улице уже ночь, темно. Я приехал, сейчас собираю вещички и домой отдыхать. И может быть, через 72 часа опять выезжаю, сделаю рестарт и поеду. Всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем спасибо. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока.